Что вы думаете про результаты президентских выборов? Если это Бог решил, чтобы Санду была, и чтобы мы были в Европе, то так и будет. Какие у вас ожидания от президента страны? Ожидания какие? С ней ясно. Она не хочет, чтобы Молдова была нейтральной, чтобы Молдова имела хорошую экономику. А имея хорошую экономику, ты сильное государство. А то, что Европа тут помогает, она помогает в социальной сфере. Что вы думаете про результаты выборов? Я очень довольна и счастлива. Да, победила моя Санду. Да. Вы в меньшинстве здесь, в Камрате? Люди... Да, я в 2%. Здесь люди голосовали за Стоянову очень сильно, да? Да, да. А почему, вы думаете, был такой большой голос за него? Этот регион, у него такая обида есть у всех жителей на власти Молдовы, Республики Молдовы еще с 90-х, 91-го года. Тогда, когда не давали независимости этому региону. Я думаю, что это неправильные выборы, потому что Сайногду должен был выиграть, потому что диаспора здесь не живет, диаспора не должна была здесь голосовать. Здесь народ живет, мы должны были голосовать. Они там живут, пускай они там голосуют у себя. Зачем они здесь голосуют у нас? Переводят это через почту, что там, не знаю. Вы думаете про результаты вчерашних выборов? Я очень доволен. А про голосование в диаспоре что вы думаете? Я сам из диаспоры приезжал обратно. Думаю, что неправильно чуть-чуть. Почему? Потому что они много фальсификаций есть. За рубежом много. В Молдове есть. А в пользу кого фальсифицировали? В пользу моей Санды, наверное. Или в пользу это, как его? Стоянова. Санду очень сделала нашему молдавскому народу очень плохие вещи. Это идет распад, это идет соединение с Румынией. Тут больше ничего нечего ждать. А почему вы думаете, что соединение с Румынией откуда такие? Это видно, по, если молодые не видят, мы старые уже видим. Я только за Стоянову, за Россию. Они пугают нас, Россию. А мы, России, все молдаване жили очень хорошо. Европа не сможет без России жить. Там энергоресурсы и там все. Стоянову здесь все знают на территории. Это человек из народа, он вырос в Камрате. Ему доверяют, зная его упорство, зная его трудолюбие. Поэтому и думаю, что возымело все-таки действие то, что он разновекторность свою объявил. Это тоже как бы сподвигло людей на то, что они голосовали. Предсказуемый результат. Я думаю, что президент должен хорошо постараться, чтобы оправдать доверие тех избирателей, которые все-таки отдали голоса на территории Молдавии здесь за нее. Ну, если все обещанные слова, которые были обращены в массы, будут все-таки реализованы, то все будет хорошо.